20 человек за полтора месяца пройдут курс обучения компьютерной грамотности. Стартовал уже третий поток. Рассчитан он на людей пенсионного возраста. По окончании курса наши слушатели получат сертификаты об окончании. Но самое главное, они получат удивительные новые возможности. Перед началом первого занятия в торжественной обстановке вручили сертификаты об окончании курса выпускникам предыдущего второго потока. Среди них бухгалтер Ирина Пешкова. Знаете, я узнала очень много нового. У нас преподаватель Ирина Александровна преподавала нам осваивание компьютер с АЗОВ. Но дело в том, что я раньше знала компьютер, но не так хорошо до этого времени. Я смогла теперь заказывать билеты себе, куда нужно. Также заказывать товары во многих организациях. Занятия проходят в Одинцовском филиале Международного юридического института. Есть как утренние, так и вечерние группы. О новом наборе студентов можно узнать в офисе Союза пенсионеров Подмосковья. Следующий поток планируется после 20 марта. По вторникам с 10 часов в офисе на Говорова 8А, помещение 211, домофон 211, колокольчик. Также можно подойти и записаться, задать вопросы. Ольга Дмитриева, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».